настолько доброе, что я в кадре один. И настолько утро, что работает фонтан. Я. И вот я вижу, что пошел по делам. Мчу спасать это шоу. Один здесь отдыхаешь, морячок. И Антон. Всем привет! И мы наконец-то в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Между прочим, это самая высокогорная республика в России. Выше в горы, ближе к звездам. Я всячески пытаюсь компенсировать. Но мы здесь с более приземленными целями. Узнать, настолько ли Нальчик хорош, как то, что его окружает. Коллега, ловите речь. О, природа и вид меня очень сильно радует. И мы отправляемся сразу в центральную улицу. Начинаем с козырей. Козыри уже тут. Чур я король Буби. У-ху! И специально для нас с Мухаммедом сделали наши композиции. Мы, походу, из лета в зиму сразу. Пусть победит сильнейшим. Мухаммед, ты можешь приходить вот так. Антон! Нальчик мне скружила голову! Улица Кабардинская. Это не только одна из первых улиц, но и самая длинная. 1700 метров, удивись. Wow. До революции она называлась Воронцовская в честь царского наместника на Кавказе Михаила Воронцова. Задумайся. Но в 2016 году ее реконструировали, и не всем местным это понравилось. Некоторые считают ее теперь какой-то неживой, что ли, искусственной, фасадной. Расстройся. Эх, очень жаль. С тобой так комфортно путешествовать, не представляешь. И с тобой, Антон. Видишь, стоило только свернуть с Кабардинской улицы, чтобы почувствовать атмосферу старого города. Кстати, вот это здание с необычной крышей в виде луковицы – это одно из самых почтенных зданий в городе, и здесь располагается фонд культуры. О, там поп-машина. Попробуем? Монету закинь, да? Давай, сеньор Антони. Сейчас он тебе покажет, Мухабей. Все, конец тебе. И так будет с каждым. И это все? Опа. Нас тут унижают. Покажи ему, Антон. Не, ну это явно смех восторга. Вкусно пахнет. Здрасте. Ого. Ты что-то будешь? Очень даже буду. Тебе хот-доги по 50 рублей. Вау. Здрасте, можно, пожалуйста, знаменитый кабардино-балкарский хот-дог? Можно. Пожалуйста. Один. Один. Будешь? Один-один. Мы люди не бедные, нам тот, который за 50 рублей. Пожалуйста. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо. Аппетитный. Угу. Если бы у меня был хот-дог, я бы с тобой обязательно поделился. О, жаль, что тебе это хот-дог, Антон. Жаль. Угу. Слышь, Антон, я всю жизнь хочу вырваться из джунглей. А сейчас хочу вырваться из каменной джунгли. Запах по самоиронии? А, вкусно пахнет, кстати. Хочется побольше зелени, садики, цветы и так далее. Ну, хочется что-то зеленое. Я тебя за этим сюда и привел. Если уж пускать корни в Нальчике, то в саду. Это как минимум звучит органично. Тем более Атажукинский сад, он возрастом 176 лет, а длиной 3 километра. То есть, возможно, зайдем мы в Нальчике, а выйдем уже в пригороде Волгоград. Хочется. О, будет что удалить. Скажи, пожалуйста, почему такой старый? Ну, это ты старый, а парк с историей. Дело в том, что раньше здесь был разбит фруктовый сад для местного командующего состава. А спустя столетие это стало местом притяжения горожан. Тут тебе и кафешки, и рестораны, и аттракционы. Можно просто погулять, и озера, и вот местные дрифтеры вот тут с 19 века. В общем, все, что душа пожелает. Хочется от этого парка взять абсолютно все. Слушай, ну, мужественным мужчинам мужественный транспорт. О, да. Ну,
А теперь пришло время главного пункта нашей передачи. Бери выше главного пункта нашей жизни. Национальная кухня. Но туда еще нужно добраться на канатной дороге. Ты знаешь, с каждым метром это место становится рестораном все более и более высокой кухни. Во всех смыслах этого слова. Кто последний, тот обгладывает баранью ногу. Нет! Вот это я понимаю, нагулять аппетит. Лицо сытого воина, лицо голодного воина. Мне милее первый вариант. Да, мне тоже. Надеюсь, мы не сильно вторглись в личное пространство. Это безумно атмосферная мелодия. Мы просто шли в ресторан, а попали на какой-то целый концерт. А что вы играете? Это старинная адыгская мелодия. В основном эта мелодия исполняется под танцы. А что за инструмент у вас? Шикапшина. Этот инструмент, в принципе, под него и танцевали, и пели. У нас Мухаммед довольно талантливый парень. Может быть, есть возможность как-то интегрироваться к вам в коллектив? В коллективе, да. С удовольствием, конечно, да, высокие парни, танцы – это незаменимые. Правда, теперь он не особо кабардино-балкарский коллектив, но нет, у нас есть и ансамбль «Балкария», и ансамбль «Кабардинка», все любят танцевать. Я тоже люблю танцевать. Как и все горские народы. Все договорились, протеже будет. Да, я как раз искал же, ищу работу и так далее, чтобы переехать сюда к вам. Этим можно заработать? Ну, конечно. У нас танцоры очень хорошо получают зарплату большую, так что можно на этом жить. Давайте симпровизируем. Можно вы играете и поете, вы наслаждаетесь, вы портите атмосферу. Давайте попробуем. Спасибо! Ну, я думаю, руководители танцевального коллектива, когда увидят, обязательно вас найдут. Все? Спасибо вам огромное. Получается. Вы знаете, благодаря Мухаммеду ваш очень талантливый дуэт превратился в не очень талантливое трио. Но мы его сейчас покинем и от пищи духовной перейдем к пище бездуховной. Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы сегодня присутствуем на знаменательном матче. Сегодня у нас будет соревноваться традиционная балкарская кухня против традиционной кабардинской кухни. Итак, друзья, надеюсь, вы готовы к бою! Пусть победит сильнейший. Ну и сам голодный. Начинаем с закусок. А для начала, думаю, вы попробуйте и расскажете о своих предпочтениях, насколько вам понравилось это все. Мне это напоминает такой спрессованный кусочек пшеной каши, но при этом все самое лучшее, что есть в пшенке, сконцентрировано здесь, чтобы было и вкусно, и питательно, и нежирно, подчеркивая как бы силу и дух кабардинского народа. Это идеальное описание, тем более вы попали в точку. Ну что, мы соревнуемся не только во вкусовых качествах, но так как мы с вами на Кавказе, и в речевых способностях, насколько вы сможете красочно описать это блюдо. Пока счет 1-0. Я считаю, это нокаут. Да. Тут прямо очень нежный такой сыр, прекрасно вкусный, прям слабосоленый, и тут чувствуется прям вкус Кавказа, так сказать. Я думаю, пока у нас паритет, ничья, давайте продолжим.
Здесь у нас с кабардинской стороны представлено традиционное блюдо под названием чатлипча. Это отварная курица с сливочным соусом. Со стороны балкарской кухни у нас представлено традиционное блюдо под названием хичины, которое обильно смазаны сливочным маслом. Я вспомнил, как я сидел маленьким бабушкой, и у нее такие маленькие пироги, которые мне сделала. Максимально вкусно, максимально нежно. Это очень вкусно. Вы знаете, мы на Кавказе, здесь родня — это секретное оружие, которое должно использоваться всегда. Хорошо. Это фантастическая курица, символизирующая скот, который кормит этот благородный и добрый народ. И, конечно, очень нежный, сливочный вкус курицы, как бы напоминающие о том, что да, здесь внешне живут очень суровые, гордые люди, но если копнуть глубже, там по-настоящему нежная, тонкая душа. Браво, браво. Я думаю, в этом раунде, да простит меня Мухаммед, все-таки победу одерживает Антон. Он задел струны моей души просто. Это я еще про родню не рассказываю. Ну что же, а теперь я предлагаю перейти к финальному раунду. На финал мы запасли два прекрасных традиционных напитка. С балкарской стороны у нас находится замечательный, прохладный и вкусный айран. С кабардинской стороны у нас находится еще один не менее прекрасный напиток, который называется махсыма. Очень насыщенный квас. Вкусненько. Совершенно верно. Я бы очень много всего сказал, но мой дар речи просто исчез, поэтому я повторяю слова великого поэта, мой прадед, про айран. Аль-айран да хаджа мин ахсан машрубат фил хая. Ахсан хаджа ташраба фил хая хия аль-айран. Но он там переврал строку. Мне кажется, это дословная была цитата, где-то я ее уже слышал. В этом раунде побеждает Мухаммед. Резюмируйте. Сегодня у нас нет одного победителя. Вы выиграли оба, вы два чемпиона. А по традиции нашего заведения победитель получает главный приз нашего вечера. Это счет. Слушай, я считаю, что, ну, абсолютно заслуженно победил ты. Нет, я настаиваю, ты у нас победитель. Слушай, нет, ты дрался как лев. Ты есть лев. Ну, к чему моя жалкая проза, когда была такая шикарная поэзия? Антон, ты без слов победитель. Точно ты победил, я смотрю передачу ради тебя. Нет, я настаиваю, я даже за тебя голосую. Так как город с богатой историей, я решил смотреть квартиру именно в историческом доме. Между прочим, его построили в 30-х годах. А я смотрю, что здесь жили заслуженные деятели культуры и искусств. Представляешь, когда-нибудь появится мемориальная табличка. Здесь провел свои лучшие годы заслуженный деятель шоу «Покажи мне север, покажи мне юг, покажи мне запад, покажи мне восток, покажи мне Альфа-Центавру» Мухаммед Аламин Абадосман Эль-Хасан. Поэтому подготовили огромное место. Да, длинная будет табличка. Ну, смотри, у этого дома есть свой личный парк, так что не придется как-то куда-то пройти за забором, чтобы прогуляться, хотя большой парк находится буквально в пару метров отсюда. Есть дом для кошек, так что если ты приедешь ко мне в гости, есть где ночевать и остаться. У меня будет свой лоток. О, да. Есть еще гаражи. Молодой человек, а вы пытаетесь мне дом продать или себя убедить? Ну, я что-то сейчас чувствовал себя как риэлтор, хотя он нас ждет прямо вот здесь, смотри. После вас. Здравствуйте. Мы проходите. С вами созвонились, и вот пришли. Да, проходите. О, какие у вас сумасшедшие высокие потолки. Мне кажется, если наверх подняться, там уже закладывает уши. Есть да, такое. Потолки, высота у нас 3,63 идет. Вау. Так, проходите у нас. Здесь кухня. Уютно, очень. А это гостиная? Это гостиная, столовая идет. О, вот сразу с домашними животными. Конечно. Мухаммед, ты можешь приходить вот так. Красивее там.
Самый счастливый. Давайте я вам покажу детскую комнату у нас. Да пойдемте. Это у нас детская. И здорово, что у вас везде прослеживается тема котов. Ощущение, что до нас тут жил Куклачев. Любим котов. Окна выходят у нас на дом правительства и зеленый сквер. Это у нас спальня. Вау. 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 Малахит. Да. Смотрите, у нас окна выходят на поющие фонтаны, то есть на площадь Согласия, опять же. Поющий фонтан? У нас есть поющие фонтаны. Ну, значит, да, каждый день у меня будет концерт. То есть у нас инфраструктура в шаговой доступности очень сильно развита. Мы находимся сейчас в самом центре города. В принципе, рядом есть у нас школы, сады, парк и так далее. А скажите, пожалуйста, стоимость аренды этой квартиры сколько? Квартира у нас не сдается, она только в продаже. А сколько стоит квартира? Квартира у нас стоит 10 миллионов рублей. Хорошо, что уточнили. А, ну, хорошо, классно. Я пойду за сумочкой с деньгами и вернусь. Возвращайтесь. А у меня ключи от его сумочки с деньгами. Антон, побежали. А ты заметил, насколько город зеленый? В центре, во дворах, абсолютно везде зелень. Я тебе больше скажу. Местные особенности ландшафта воплотили сначала в ремесле, а потом вообще превратили это в искусство. Тут живет человек, который делает из растений картины. Вау. Покажешь? Как будто у меня есть выбор. Кстати, нам сюда. А, окей. С ума сойти. Вау. Добро пожаловать. Здравствуйте. Здрасте. Слушайте, я теперь наконец-то понимаю, что значит дышать искусством, потому что у вас очень вкусно пахнущее творчество. А что это? Это рогоз, болотные растения. Я сейчас только понял, Руслан, как здорово, что вы подстраиваетесь под своих гостей. Вы специально для нас с Мухаммедом сделали наши композиции. Иди туда, к своей. Спасибо. Это так трогательно, Руслан, спасибо. Руслан, не переживайте, это мы обязательно с собой заберем. Но все-таки сначала хочется понять принцип. Вот это ваше произведение, как я понимаю? Ну вот это традиционная циновка, вот в принципе. Сколько времени нужно сделать вот такую циновку? Материалы невозможно купить, материал нужно самому собирать. Вот, то есть вы уходите каждый месяц в болото вслед за Сусаниным туда? Вот 3 месяца летних я собираю, высушиваю, обрабатываю и так далее. А зимой, осенью, весной и работаю уже. И сейчас вот проблема, идей очень много, физически меня не хватает. Ну, как раз мы здесь для этого. Может, ступим к делу? Ну, давайте попробуем. Самый простой рисунок через один. Мы проходим. Это сначала самое сложное. Вот эти двойные я делаю специально, чтобы ускорить чуть-чуть процесс. Эти одинаковые. Делаем через один. Это вы так спрессовываете? Да, это так. Мы спрессовываем. Можно попробовать? Да, давайте. У меня есть циновки, которые 150 лет. И ничего больше не случается? Нет, со временем они приобретают такой золотой бронзовый цвет. То есть они становятся красивее, благороднее. Вау. Работа служит веками. Ну вот, в принципе, мы завершили работу. Теперь нужно снять. Все, готово. Вроде все. Руслан, скажите, пожалуйста, что это мы натворили? Ну, это маленький образец кабардинской циновки. Ого, мы художники, оказывается. Да. Я вот у себя дома это где-нибудь повешу и буду вспоминать, что на другом конце страны живет удивительный умелец. Спасибо огромное. Антон,
Нальчик мне скружила голову. А чем? Своими зелеными улицами, разной культуры, вкусной кухней, музыками и танцами. И ценами на жилье. Я тебе скажу, когда ты завтра увидишь Эльбрус, ты вообще голову потеряешь. Фу, еле успокоились. А мы, между прочим, уже почти в 100 километрах от Нальчика в городе Терскол. Тут до Эльбруса рукой подать. Райда, Райда, о, Райда, Райда, о, Райда. Работаешь по профессии, наконец? Ну да. Мухаммед, ну хватит постоянно возить за собой весь фан-клуб. Антон, это они сами за нами связались. Мы сейчас уже полдня идем, и так и не добрались до Эльбруса. А. Сколько еще идти? Забыл сказать тебе, горы надо заслужить. Дыхание должно быть размеренным, темп спокойный, а для этого нужно вновь заняться ремеслами. Опять что-то? А? Согласна. Опять что-то кабардинское? Балкарская. Но так как занимаются этим в основном мастерицы, нам нужно их обаять. Пошли. Двух мастеров-рукодельников вызывали? Да, мы вас ждем. А мы готовы. Мы готовы. Все, проходите. Хорошо. Засучили рукава. А скажите, для начала, перед тем, как мы засучим рукава, что мы вообще будем делать? Мы сейчас будем валять войлок. Дурака. Нет, да. Войлок, это лучше. Потому что дурака мы привыкли, а вот войлок впервые. Ну вот давайте попробуем тогда. Правильно я понимаю, что из вот этого войлока в результате, в идеале, должно получиться вот такое произведение искусства? Да. Из войлока можно все, что угодно слепить. Так. А это мы что, мы наполняем? Да, мы наполняем. Так. Чтоб изделие у нас было красивое, ровное. Это очень похоже на сладкую вату, только пахнущую бараниной. И закроем ее. Вот так. Закроем. А дальше что у нас? Сейчас будем валять, и поэтому Мухаммед будет помогать нам. Асият, где там Асият? Ой. О. Так, теперь мы должны ошпарить шерсть. Да, 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 да. Потихонечку. Ага. Бисмилляхи. Во-во-во-во-во-во. Давайте, давайте, давайте в круговую. А для чего мы ее вот так ошпариваем кипятком? Процесс валяния. Это и есть мыльная горячая вода. Все, теперь давайте крутите. Ауч, ауч. Так, ну, давайте к себе, а? Тяните. Так, у нас в старину бабушки пели песню специально. О, Райда, Райда, о, Райда, Райда, о, Райда, Райда, о, Райда. А в какой момент вы стали развлекаться, а я работать? Нет. Так, все, давайте посмотрим, что у нас там получилось. Видите, уже? Ну, красота! Да, конечно! Вау, готово! За 5 минут это вообще... Теперь мы будем писать шерстью на войлоке. Писать шерстью? На войлоке, да. Это называется фельтинг. Так, все, теперь мы будем писать на войлоке. А, у меня уголки нет. А, то есть мы таким образом как бы прореживаем. Можно нарисовать все, что угодно. Легким движением многоопытного мастера я смастерил этот ковер. Я. Пускайте, чтобы кстати, правда, получилось фантастически красиво. Вау. Обалдеть. Я правда удивлен, что к этому действительно мы приложили руку. Спасибо вам огромное, что разрешили поучаствовать в ваших подковерных играх. От нашей передачи мы хотим подарить вам настоящий балкарский ковер. Спасибо большое. Приезжайте еще. И сделаем еще, да? Да. Денежку на карту перекиньте.
Очень хорошо. С первой зарплатой. До свидания. До свидания. Не поверишь, но валяние ковров не самое экстремальное, что ждет нас сегодня. Тысячи людей приезжают сюда ради горнолыжного спорта. Ну а чем мы хуже? В смысле? Я думал, мы здесь, чтобы погулять и посмотреть на красоту. Подожди, ты же хотел поставить сына на лыжи. Вот, сына, не себя. Так, кто-то должен подавать пример, так что давай за экипировкой, сдаем в ячейку чувство самосохранения и вперед. Антон, где лыжи? Здрасте. Признавайтесь, кто из вас Рома? Здравствуйте, это я. Здрасте, Антон. Очень приятно. Мухаммед, Муха. Очень приятно. Вы Бьерн Далина знаете? Да. Вот мы никакого отношения к нему не имеем. Это коротко о наших навыках. Ничего страшного, сейчас мы вам все покажем, расскажем, отлично. Научим и попробуем. Признаюсь, я устал от этого спорта на стадии экипировки. Ну, ничего страшного, вначале всегда так. Аккуратно головой, кто повыше. Оп. Мы, походу, из лета в зиму. Ты да. Просил, покажи мне юг, не благодари. У нас уже основной учебный склон растаял. Придется заниматься здесь, на высоте 3500 метров. Итак. Не знаю, какие мы лыжники, но понторезы мы знатные. Ты первый, да, поедешь? Нет, не так, Муха, так нельзя. Надо сбоку. Все, я вспомнил, вот. Итак, готов? Погнали. Вперед, встали, поехали. Отлично, отлично, давай, отлично, Антон. О, молодчина, чуть разогнись, супер. Я в вас верю, знаю, что у вас получится так же, как у меня получилось. Ну, я пока вас оставлю. Я отомщу за тебя. Молодец. Увидимся. А, перед вами, Роман, классическая схема знаменитого суданского развода. Знакомьтесь. Ну, давайте попробуем. Хорошо, ты предупредил. Мы с Романом времени зря не теряли. И вместо отпавшего Мухаммеда нашли более надежного и отбитого напарника. Я себя вообще не контролирую! Вперед! Да она на допинге. Фиксируйте мой убогий триумф. На самом деле круто, что ты заразился этой атмосферой. Это самое главное. Только мы, пока с вами катались, абсолютно потеряли Мухаммеда, но я, зная его, уверен, что он сейчас занимается общественно полезным делом. Пойдемте искать. Погнали. Работаешь по профессии, наконец? Ну да. Ну, знаете, пока вы там охлаждались, я не зря потратил время. Так, конфискуется в пользу горнолыжного сообщества. Ради бога. Я плачу. Роман, спасибо вам огромное. Чем богаты? Благодарю. Мы обязательно будем двигаться дальше в этом направлении спортивном. Я жду тебя снова. Обязательно. Наше путешествие с тобой на этом не заканчивается. Чтобы окончательно тебя добить, покорить, я предлагаю отправиться еще выше на местном кабриолете. Хорошо. Только у нас еще один ведущий. Я думаю, это будет вместе тебя. Это мне? Да. Мой первый бюст. Здравствуйте. Здравствуйте.
Проходите, садитесь. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а сможете закинуть нас еще выше? Конечно, сможем. Еще а на какую высоту? На высоту 5100 метров над уровнем моря. Вау. Exactly. То, что надо. Но это не опасно? Не-не, дорога хорошая, мы отвезем на 500 вас на высоту. Что? Тогда мы вам доверяем. Дети. Мы будем следить за развитием событий. И вы за нами. Нам долго ехать? Нет, минут 5-10. Минут 5 до света. Я представляю, когда это услышали, знаете, альпинисты, которые по 6-7 дней поднимаются на Эльбрус, мы такие, ну 5-10 минут. Они такие, фу, читеры. Мухаммед, 5100 метров, только представь на секундочку. Видишь, тебя аж повело от восторга. Да. Давай, пока у нас не лопнули, не взорвались головы, подведем итоги. Как тебе Кабардино-Балкария? Мне здесь очень понравилось. Мне кухня понравилась, насколько она вкусная, сытная. Тебе же тоже понравилось. Да, можно за одной щекой держать кабардинскую еду, а за другой – балкарскую еду. Нальчик – очень красивый город. Маленький, зеленый. Теперь в любой момент, когда я увижу зелень, растений, я сразу буду думать о арт-объекте. Можно одной рукой плести кабардинские циновки, а второй – балкарские ковры. Но есть маленькие нюансы, маленькие минусы. Это то, что жилье дороговато, да? Второй минус в том, что работы здесь непонятно совсем с работой. Да и вообще это не твое. А третий минус, Антон, юг у вас как-то сломался. Я тебя попросил показать мне юг. Ты мне показываешь все это. Я хочу сейчас тебе сказать, покажи мне юг. Да с удовольствием. Юг. С удовольствием. Только если ты второго своего сына назовешь Эльбрус. А можно я пятого назову? Дочь Анапурна. Угу. Третью К2. Кого-то вулканом Семеру.